Здравствуйте, друзья! Нам в компании Farnax очень нравится вас удивлять отличными ценовыми предложениями. Вот и сегодня у нас прекрасный повод познакомить вас с новинкой от компании Visuvi – камином ПК-05 Prismatic. Что же такого необычного в этом камине? Ну, во-первых, он огромный, больше метра высотой и мощностью 12 кВт. Он способен отопить помещение до 200 кубических метров, а это, согласитесь, немало. У него просто огромная топка, которая спрятана за невероятных размеров призматической дверцей с тройным остеклением. Но раз уже забрались в топку, давайте поговорим о том, что мы там внутри увидим. На большой дверце регулируемая створка поддувала. В верхней части створа топки система чистое стекло с регулировкой интенсивности обдува. Стальное дно и стенки топки футированы шамотом. Широкий полный отбойник изготовлен из жаростойкой нержавеющей стали, как и канал подачи вторичного воздуха. Под чугунным колесником спрятан объемный ящик зольника. Его объема хватит на несколько протопок. Итак, с топкой разобрались, а теперь давайте посмотрим, что же наверху. Здесь под декоративной крышкой, да, друзья, эта крышка скрыта, чугунная плита, на которой при необходимости можно приготовить какое-нибудь вкусное блюдо. Ну а если вы не пользуетесь плитой, то достаточно закрыть декоративную крышку, в которой есть специальные прорези, и через эти прорези при работе камина в комнату будут поступать потоки горячего воздуха. Чтобы не переплачивать за плиту, есть модификация камина и без нее, в которой, кстати, поэтому есть возможность установить дымоходы сверху. Боковые стенки камина украшены бежевой керамической плиткой. Ее при необходимости можно заменить на ту плитку, которая подойдет вам лучше под интерьер вашей гостиной. Ради другого дизайна не обязательно менять плитку. На сайте farnax.ru можно подобрать модификацию с другим декором. Доступны варианты с плитами из талькохлорита и пероксенита. Еще одна важная фишка, которую я обожаю в каминах, это ниша для просушки дров. Огромная ниша, в нее при работе камина можно складывать дрова, и буквально к следующей протопке они чуть подогреются, поэтому и гореть они будут лучше. Да, дверца. На ней находится регулировка подачи воздуха на колосниковое горение, а вот регулировка системы чистое стекло перенесена уже на корпус камина, и ею можно управлять подачей вторичного воздуха с тыльной стороны топки печи. Итак, камин Prismatic – это мощное надежное устройство, которое будет гармонично смотреться в большой гостиной загородного дома и будет служить надежным источником отопления, ну и, естественно, радовать игрой пламени за призматической дверцей. Ищите камин Prismatic на сайте farnax.ru и в магазинах Farnax в городе Новосибирске. Давайте обсудим конструкцию этого камина в наших социальных сетях и, естественно, задавайте вопросы в комментариях. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч и теплых вам вечеров. Счастливо, друзья!